Я могу ее... Сюда. Я художник Канары Людмила Михайловна, родилась в Белоруссии, живу сейчас в Голландии. Вот, Людмила Михайловна, выставка, которая открылась у вас на родине, как долго вы собирались ее сюда привезти? И открытие выставки на родине, это было сделано специально, или, может быть, это спонтанное решение? Ну, это немножко спонтанно случилось, но, вообще-то говоря, эта выставка моему юбилею посвящена. Поэтому я вообще-то хотела такую выставку сделать и показать, что я делаю, потому что многие не знают, я уже давно здесь уже 20 лет. 20 лет там назад вы уехали, да? И занимаетесь живописью в Голландии, да? То есть ну, не сменились сферу деятельности, либо это было для себя больше. Ну, я не только живописью, графикой занимаюсь и преподаю графику, что у меня довольно широкое поле деятельности. Это моя жизнь. Я ничего не смею. А скажите, когда вы здесь были, естественно, вы наверняка же заканчивали в Беларуси, да, и художественный институт. Кто были ваши педагоги, кто были ваши сокурсники? Вот, ну, я в Беларуси училась, но не заканчивала. Я 4 года училась на отделении текстильно. А потом я еще 5 лет училась на графике в Таллине. Вот, и мои педагоги известные Фокус, например, Эйн. Известные графики с нас. Я, конечно, благодарна им, много у них знаний. И потом я еще преподавала в институте театрально-художественном, потом академии, преподавала на кафедре графики довольно долго, 15 лет. То есть мы у вас, многие белорусские художники, графики знают вас как педагога, да? Да, конечно. На открытие, кстати, пришли много моих учеников. А кто среди них? Ну, например, Ситница Григорий, который, в общем-то, представлялся, значит, сайт художников на открытии. Он ваш ученик. Он ученик, да. Потом Ващенко Константин, тоже мой ученик. Тоже он высоко дается небольшой. А вот каково же, если в коллег встретите повзрослевших учеников, которые добились определенного успеха здесь? Ну, конечно, это очень приятно, потому что у меня многие ученики добились успеха. Вот. Но, конечно, мне было чрезвычайно интересно с ними опять встретиться. Это вообще большая радость. А вы часто приезжали в Минск, в Беларусь? Я всегда ежегодно приезжаю. Ежегодно, да. Просто последняя выставка была у меня 15 лет назад в Франциско. С тех пор, в общем-то, мало кто знал, что я делаю. Сейчас появилась возможность больше показать. А вот в чем заключалась ваша подготовка? И наверняка же работа у вас даже не десятки, сотни раз больше. Почему именно выбор пал на эти работы? Почему именно эти вам решили? Ну, видите, раз это выставка юбилейная, то я хотела какие-то более автобиографические работы мне включить. Я включила работы из разных проектов здесь. Вот, и все они как-то вот, каким-то образом говорят обо мне. Вот, то ли это автопортрет там какой-то, то ли это автопортрет натюрморт, то ли это что. Вот, и потом уже 65 лет, это уже на втором старости, как говорится, человек стоит. И я привезла там портреты старых людей, серию, там, портреты старых голландских женщин, мужчин и также белорусских. Вот, то есть это как-то связано со мной, с моей биографией. То есть это люди, которые вас окружали, да? Ну, не совсем те, которые меня. Я просто ищу интересные типы, не всегда это те, кто меня окружает. А это был проект, посвященный старым людям. Там нужно было на календаре сделать портреты. Вот. Причем это
женщины, которые страдают старческим плодоумием. Но, тем не менее, они работают в почте, делают пирамиды. Мне было интересно просто вот изучить тип такой человека. А скажите, здесь работы, которые приведены из Голландии, или есть работы, которые были написаны здесь? Да. Нет, ну как же, я не могла это сначала писать. Я приезжала очень короткое время. Все я их привезла в Голландию. Конечно, в Голландию, потому что там понимается, что не так просто, это далеко. Я их здесь на 5 годов подарки оформляла. Написано в Голландии, приехали в Беларусь. А скажите, может быть, уже есть какие-то задумки привести более масштабную выставку, уже, скажем, другие организации, чтобы было проще, как бы выставка, ну, наверняка же это идет и страховка, и такие вот вещи, которые... Ну, естественно, я даже как-то боюсь думать об этом, потому что это очень большие материальные затраты. Вот, если я здесь могла на поезде привести, то если вести выставку большую, то так понимаете, это не обойдешься так просто. Значит, нужны какие-то спонсоры, а пока что я не нужна. Но вы вообще рады, что ваша выставка состоялась в Беларуси, да? Ну, конечно, я рада, естественно, да. Желательно было бы, конечно, чтобы я больше людей увидела, но такое время неудачное, то есть летнее время или на вакансии, поэтому, наверное, не слишком много посещалась эта выставка, и она довольно короткий срок. Вот еще с рекламой проблемы, конечно. Вот сейчас уже поздно мне приглашать людей, потому что она уже открыта. К сожалению, все идет как-то так, не так, как ты себе предполагаешь. Но вы показали весь спектр, кто очень занимается, или вот я не вижу, вы говорите, вы подаете иконописи, то есть вы пишете иконы, здесь нет иконы. Есть одна икона, как здесь видно. Но вы показали весь спектр того, чем вы занимаетесь, графику, живопись, даже скульптуру, я вот несколько скульптурных работ показываю. Просто всего понемножку, но я говорю, что тема была одна, это, в общем-то, связанная как-то со мной, с моей биографией. А вы, может, расскажите о себе, я уже поняла, что учились здесь, в Таллине, уехали в Голландию, вот, что интересного о вас? Я о вас ничего не знаю, зрители многие о вас ничего не знают. Ну, понятно, да. Просто рассказать о себе довольно сложно, такое. Ну, я живу в маленьком голландском городишке, в Морской деревне, по количеству жителей деревни, по статусу города. И там у нас люди еще все до сих пор ходят в своих костюмах. Не все, но многие старые женщины носят свои костюмы, национальные, одна из работ. Эту женщину в костюме. То есть, сами понимаете, это патриархальная такая деревня. Вот. Но мало там у нас каких-то культурных центров. Мне приходится всегда ездить. Вот, другой год у нас выставки. То есть выставки ваши в Голландии проходят регулярно? Я стараюсь выставляться регулярно. Даже использую такие возможности, как выставиться в госпитале там, или же библиотеки, очень любил года своей мастерской, чтобы постоянно у меня был какой-то контакт со зрителями. Потому что в галерее у нас не так тоже много, и вообще как-то я сторонюсь этого, у меня опыт такой, в общем-то, отрицательный работы с галереей, поэтому до последнего времени я мало использовала эту возможность, только государственные галереи. Только доверяю людям, которые мне симпатичны. Кто мне не симпатичен, я сразу... А как вы его пишете? Вот как много времени вам в мастерской? Ну, я постоянно в мастерской, за исключением того, что мне нужно тоже выполнять какие-то домашние обязанности. Потому что мой супруг очень болел в последнее время. И вот мне приходилось, конечно, тоже много заниматься с ним, помогать ему. И вообще он стал беспомощным. Поэтому, конечно, вот... Не исключая это время, когда я должна быть дома, просто должна быть дома, это время работы. А что у вас больше привлекает? Графика, живопись, иконопись? Или вот разделения такого нету? Вот, как это происходит? Когда вы заходите в мастерскую, наверняка
то графикой, то акварелью я занимаюсь, то скульптурой, в общем, то иконой. Я все время стараюсь, чтобы мне это было интересно, чтобы я как-то обновлялась, искать какие-то новые возможности. А иконы вы сами стали писать? Вот я не скажу, как это произошло? Ну, я очень интересовалась всегда техникой иконописи, я даже сама попробовала писать. А в Голландии, в общем-то, когда стал вопрос, нужно чего-то, чем-то зарабатывать, в общем-то, как-то себя найти нишу такую, вот. Я посмотрела, что преподавательница моя в живописи и рисунок, слишком много возможных всяких выборов студий и так далее. У меня нет никакой шикарной студии, зато помещение нормальное. Поэтому...